И это другой свет. Господи, боже, вылези, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, чел, не надо. Глаза, 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 глаза. Я отошел от этого. Привет, тойски, ребята. И давно меня просили поиграть в эту игру. Это хоррор, называется The Asylum, вроде бы так. И давайте глянем, почему же все-таки столько сообщений, столько, не знаю, комментариев было. Так, я думаю, это лобби. Да, по-моему, я как-то заходил сюда, но не проходил. Так, на одного, на двоих и, видимо, на троих. Да, все верно, на троих. Ну, давайте, ребят, будете моими компаньонами, если вы не против. О, здоровская рубашка, кстати, может тоже такую найти, мне нравится. Но мне кажется, она женская больше, наверное. Так, почему мы обсуждаем именно рубашку? У нас тут сейчас кошмарик начнется, я думаю, стоит просто ожидать каких-то скримеров. Так, дверь закрылась, и давайте. Так, спокойно, свои, девчуля, свои. Так, короче, я должен исследовать психушку эту. Я опять попал в психушку, что со мной не так? Давайте посмотрим, что тут написано. Ну, может не стоять, пожалуйста. А, окей. Так, там про Вторую мировую, то, что Великобритания, бла-бла. Она прибыла в Великобританию, была в комнате номер 13. О, стой. Так, в 96-м году ее в последний раз видели, она куда-то свалила. Так, ладно, в общем, куда-то свалила, что-то с ней стало, вот ее фото. Была в комнате номер 13, была закрыта там. Короче, ладно. Сорян за мой плохой английский, я так не успеваю. Так, здесь темно, надо найти выключатель. Где может быть выключатель? Я думаю, что надо все... А, вот так, вот тут. О, слушайте, они уже включили генератор. По-моему, они что-то знают. Ребята, вы что-то знаете? Или вы такие дофига, не знаю, дофига умные, нет? Дверка закрыта? Ток, да, видимо, закрыта. Не уходите от меня далеко, мне стрёмно. Сейчас кто-нибудь упадет на меня сверху. Кстати, о, красивые потолки, мне нравятся. Стоп, это здесь было? По-моему, этого здесь не было. Так, стоп, нам назад или куда? А разве есть что-то сзади? Может, надо было запоминать, типа, все, что... О, дверочка. Нет, ладно. У меня не настолько громко наушники сейчас работают. Тихо. Так. Ребят, предупреждаю, могут быть скримеры. И под скримерами я подразумеваю больше свои крики, а не то, что будет происходить в игре. Поэтому, если вы вдруг боитесь, то вот самое время немножко потише сделать, предупреждаю. Смотрите, я буду кричать довольно громко. Так что осторожно. Ты будешь включаться? Включись. Нет. Блин, что за звуки какие-то стрёмные? Так, свет включен, говорят. Генератор активирован. И что-то открылось. Что открылось? Чувак, пойдем. Чувак, ты, в принципе, сам похож на скример. Где? Где девчуля? Господи, я... А че у них скины такие страшноватые? Я же пугаюсь, блин, малина. Не, кстати, скины классные. Вот у девочки прям скин мне очень нравится. Здоровская рубашка. Воу. Так, что-то открылось, но что-то, наверное, по-любому закрылось. Давайте глянем. Давайте посмотрим. Должна была открыться та дверь. Это мы в самом начале... Да, в ту сторону, нам правильно, нам в ту сторону. И что у нас тут есть? Лифт, говорят... А, стоп, мы отсюда пришли. Да, здорово, нам сюда. Лифт там не работает, говорят. Ты чё, чел? Боже, вылези, пожалуйста. Пожалуйста, ну чел, не надо. Так, лифт у нас больше работать, как я понимаю, не будет, потому что мы упали просто-напросто. Ну, куда ты зашел? Что ты хочешь? Ты хочешь мне что-то показать? Или ты просто туда зашел? Она была найдена мертвой. Вот, но сказали, что как будто она была в какой-то секретной комнате 13. Короче, какая-то жуткая история, все как обычно. Все, сейчас должна дверь открыться. Да, дверь открывается. И что у нас тут? Тут ничего нет. Так, у меня опять свет выключился. Почему? Ага, отлично. Все, свет на месте. Так, ребят, где скримеры? Скримеры, я думаю, вот сейчас примерно должны точно уже появляться, потому что, ну, что-то долго мы без них. Ой, а чья там рука, простите? И почему она такая огромная, блин? Что с таким скрипом все открывается? Оу. Мы просто упали вниз или что? По-моему, да. По-моему, мы куда-то свалились вроде бы или что такое. Опять рука, смотрите, опять чья-то рука. Давайте, может, искать... Ой, я думал, это, короче, стоит какое-то привидение. Типа вот так вот. Я думал, это один глаз и, типа, лицо, не знаю. Ладно, куда нам идти? Давайте. Ой, я на стульчик сяду. Хоба. Не-не-не-не-не-не. Нет! И зачем это было делать?
Непон. Вы идете со мной? Я просто сам сюда не пойду. Я не зря начал втроем играть. Типа, я сам просто не хочу играть. Я даже дверь открыл. Ура, я первый открыл дверь. Хотя, если они этого не сделали, вполне возможно, что этого делать не надо было. Ну что ты? Давай, ты будешь идти? Сюда тоже можно? Серьезно? Давайте. Окей. Почему-то мне кажется, что все-таки эти ребята проходили уже игру. Право, лево, лево, право, лево, право, право, право. Окей. Ладно. Допустим. А, это улица. Все, я понял. Можно посмотреть в окно? Там ничего интересного. А, он опять бежит. Тихо. Я слышал, какая-то фигня бежала. И, возможно, сзади. И, скорее всего, сзади она бежала. Я не хочу, чтобы она бежала на меня. Мне это не нравится. Ладно, мне надо открыть дверь, правильно? Я открыл дверь. Не благодарите. Стоп. Мы здесь уже были. Это... Или это очень похожее место, возможно. Так, и вот здесь вот была кровавая, типа, печать от руки. Ага, нет. Нет, это другое. Это другой след... Господи, боже мой, блин, малина. Я закричал прям вообще, как я не знаю кто. Так, 10-я комната. Ай, вот та самая 13-я комната, о которой и говорилось в письме вот том вот. Ну, не письме, а, наверное, сводках каких-то новостных. И оттуда очень плохо пахнет. Говорят, что... Тихо. Ай-яй-яй. Тихонечко. Говорят, что там как будто бы мертвые тела, возможно. Ну что вы так стоите на меня смотрите? Мне самому стрёмно. Я говорю, если вы проходили это, то давайте, ведите меня. 14-я комната открыта. Нам нужно 13-я, но открылась только 11-я. Так, минутку. Оба. Что у нас тут? Генератор включили? Ок. А 13-ка все еще закрыта. 13-ка, открывайся. Может 14... Да, вот хотел сказать, может 14-я, типа... А нет, 14-я это вот это, может 12-я. Открывайся 12-я тогда. Нет, не хочет. А, открылась 10-я? Пон. О, это типа шум, что тут у нас. Но мне кажется, что сейчас опять будет какой-нибудь скример. Ну-ка, давайте, скример. Важно мне скример, я хочу скример. Что у нас по телеку интересного? О, 12-я комната, слушайте, может быть, следующий будет краски 13-я, не знаю. Можно в креслице сесть, нет? Нет, нельзя, и толкать его нельзя тоже. А чего вы не идете туда? Там темно, и там явно что-то есть, я уверен в этом. Давайте, ну-ка, вперед. А, генератор, включи генератор. Ничего себе. Так, может, вот это и есть та самая спрятанная комната, типа, о которой говорилось в письме вот там. Что у нас тут прикольненького? Ну-ка. Я не хочу туда спускаться, там не круто, не классно. Иу. Это глаза? Господи, я думал, это глаза. Что за жесть? А, типа, мы втроем должны подойти к этому или что? Нет, это просто, типа, только одна зелененькая здесь горит. Ребят, кстати, пока вот нет скримеров, пока ничего не происходит. Пожалуйста, я закрыл глаза. Открыл глаза. Если были скримеры, напишите в комментариях. Так вот, можете посоветовать еще каких-нибудь прикольных хоррор-игр, если они действительно заслуживают прохождения, то есть, типа, если они интересные, вот, я обязательно пройду их. Потому что мне иногда хочется, конечно, поиграть в хоррор-игры, и, честно говоря, редко я могу найти что-нибудь интересное. О, стоп. А мы здесь были? Так, мы поднимаемся дальше наверх. Комната 21. Следующий этаж. Ну, давайте зайдем сюда. Стоп. За нами закрыли дверь. Здесь рисунки какие-то детские. О, как мило. Давайте посмотрим. О, игрушка. А могу игрушку взять? Можно? Да, игрушку. Красивые детские рисунки. Ой, а что-то тут вот, вот этот рисунок меня смущает. Немножко как вас, нет? И смотрите, как будто что-то за этим рисунком есть, как будто сначала что-то нарисовали, а потом типа стерли и нарисовали вот эту вот ерунду. А, вы куда без меня ушли? Эй, стойте, мне страшно самому, алло. А как вы прошли сюда? Стоп, как вы сюда прошли? А, не, ребятушки, стоять, без меня не идти никуда. О, спасибо, ой, вы ж мои золотые, вы ж моя радость, спасибо большое. Тихо, так, глаза, я отодвинулся от экрана, не хочу. Пожалуйста, так, спокойствие, это всего лишь глаза. Я обхожу это все дело, обхожу. Спрятался, ладно, приду к белым глазам. Может, белые глаза это что-то хорошее? Нет, по-моему, нет. Что делать? Пожалуйста, дайте, включите фонарь. А, стоп, можно залезть? Здесь можно вроде бы залезть, нет?
Что это за ерунда? О, это просто генераторы. Да, это точно, это просто генераторы. Фух. А почему их так много, простите? Почему одни красные, другие белые? Это чтобы меня напугать, я правильно понимаю? Осуждаю. Лифты не работают. И, а что у нас есть? Что у нас работает? Вот эта дверка работает? По-видимому, нет. Возможно, сюда, только здесь все открыто. Да. Вау, прикольненько, и нам типа ничего. О, вау, классно, я тоже, вот я хочу так. Все, хоба. Так, лифты больше. В смысле, там не работает лифт, алло, алло. Может дальше стоит пройти, нет, ребят, вы как считаете? Просто сюда можно, да, сюда мы не залезем в любом случае. Так, психушка основана в 1913 году. И это, видимо, основатели, возможно, основатели игры. Но, возможно, и... ну, в общем, вы поняли. О, в смысле, здесь можно закупиться или, типа, игровой шоп, или просто, типа, по приколу? Ага, 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 окей, что у нас здесь? Очень полезная вещь, очень полезно это выглядит. И спустя столько лет, типа, эта штука работает? Понимаю, вот что значит на века делать. Так, вот эти ребята меня супер смущают. Да почему они тут стоят? Так, сейчас будут скримеры, ребят, осторожно, я уверен, сейчас будут скримеры. Сейчас будут скримеры, 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 скримеры. Нет, пока не будет, окей. В магазик открылась дверка, окей. Так, тихо. Отдалились, немножко отдалились от экранчиков, от ваших, нормально. Мы откуда пришли вообще? А, окей, мы отсюда и пришли, все, нам сюда. Так, я теперь как предводитель иду, просто первый. Возможно, это ошибка. Ой, а, ой, а что, все? Че, и вот это вот все, что ли? Вот так вот просто? Вот так просто нас выпустят или что? Вот камень. Пожалуй, пойду на камень залезу. И что? А что случилось? Ну давайте, объяснитесь. А что стало? Ой. А что стало, не пойму, с этой девочкой? Где? Так, зеленая молния, свет вырубается, а, простите, комнату 13, мне надо открыть, надо зайти в комнату номер 13. Оба, возможно, это объяснение. Так, вот это вот злючка, возможно, из комнаты номер 13. Почему-то мне кажется, что она именно оттуда. А это какая комната? Надеюсь, это не комната скримеров. А это концовка или нам это надо запоминать для того, чтобы, я не знаю, сейчас попасть куда-то? Топ. Топ, топ. Ну и что? О, так мы продолжаем или что? Так, стоп, там следы, которые ведут ко мне. Или от меня, лучше сказать. Что происходит? Не-не-не-не-не. Вот так вот, то есть, да? То есть вот так вот. То есть это самое начало было, получается. Это у нас тут, не знаю, какое-то введение в эту игру. В общем, ребят, вот такая игруля. Можете посоветовать в комментариях какие-нибудь еще интересные хоррор-игры. А на этом, я думаю, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока!